Інсбрук, Австрія. Старая жена, у которой герб со змеей, а рядом с ней в рогатой шапке сидит покойница Мария Бургундская. Она к тому времени давным-давно умерла, никогда здесь не была, но любовь к ней пронес он через всю свою жизнь, и даже посвящая эту крышу Бьянке, взял и Марию рядом с ней пристроил. То-то Бьянка обрадовалась.
речка Инн в Инсбруке. Инсбрук – это мост, на котором мы стоим, через речку Инн.